Ну что ж, здравствуйте еще раз, дорогие друзья. После первой карты, которую благополучно проиграли Эхо Фокс, сейчас у них будет попытка все-таки вернуться как-то в полуфинал, вообще попасть в финал. На самом деле в очень сложном они сейчас положении. Выиграли ножи Эхо Фокс и выбрали атаку на карте Dust 2. Сейчас уже занимают длину. У нас тут Краунс укрепили мидл и точку Б. Правда, два игрока находятся на шорте. Крюмер, приемка от Краунс. И понимают, что их отпугнули, нужно отходить. И Запе рискует. Заходит уже, играет на чек. Будет ретейк от Краунс. Один игрок заходит с длины. Ксадиш уже просел по ХП, Запе. Так, ну дефузы есть. Дефузы у Бенни. Он будет заходить с респа. Джей-Зи забирает фриказоида на длине. Это очень важный минус. Джей-Зи сейчас также делает килл в яме без шансов. Просто без шансов делают этот ретейк игроки команды шведского коллектива. Ничего себе. Очень серьезная заявочка сразу же на карту Dust 2. И 1-0 в защите. Очень хорошее начало. Но Эхо Фокс, по идее, должны делать сейчас эко. И закупаться в следующем. Я не думаю, что они сейчас начнут с форсбая. Да, это эко. По P250 мы взяли. Также две флешки у Шонгараса. Ну и в следующем раунде точно у нас будет бай. Шведы в защите. У Бенни у нас тот самый крокодил в руках. У Запы P90. Он уже показывал нам крутое владение с этим автоматом на карте Мираж. Выходит сейчас Эхо Фокс на длину, там никого нету, и играют вот шведы на стрельбу, то есть отдают эту позицию, и мы видим, что Крюмер будет с длины вот так вот разбираться, просто-напросто. Три хедшота, но вот четвертого можно было уже не топить, кстати, вот реально вышел и зажал, хотя мог дальше стрелять спокойно очередями и разбирать всех, но все-таки потеряли одного игрока шведы, но в конечном итоге тиммейты разобрались. 2-0 и первый девайсный раунд от Эхо Фокс, 5 калашей. Экономика не самая хорошая у шведов, но они оставляют. И дробовичок, и P90. Бенни. Бенни врывается в мидл. Его там увидели, он все-таки возвращается назад. Ну что, 2-2-1 пока у нас расстановка у шведов. Правда, уже Джей-Зи стягивается с мидла на А, но все-таки остается, опять же, в мидле будет присматривать эту позицию. Краунс поджимают точку Б, а там, с другой стороны, сидят игроки команды Эхо Фокс очень глубоко. Это Шон Гаррес и это Рух, которые смотрели поджим с точки Б. Также два игрока находятся перед ямой, перед будкой, перед коробкой, да, так называемой, на длине. Два игрока у шведов и два игрока точно так же у Эхо Фокс. Но Эхо Фокс потусили перед Б и сейчас стягиваются. Прошла уже минута в этом раунде, пока никакие позиции не готовы. Очень тихо занимают мидл американцы. Рока играет в соло на длине. Бомбу подбирают американцы. Прочекают ли Бенни? Ну, Бенни действительно девайс такой, что только вот на такой позиции можно стоять. Увидел, да зачем же стрельнул? Ай, поторопился все-таки Бенни. И мы видим, что демо же всего-навсего 20 хп нанес Бенни. Ну что, Эхо Фокс будут раскидывать аплен. Да, так и есть. Выходит на стрельбу. Кстати, забираешь Троку в это время на длине. Джей-Зи на спуске ждет флешку. Врывается под флешку. Там слепых два человека, но все-таки разменивают Шазама, игроки команды Эхо Фокс, и выходят вроде как неплохо на точку А, ситуация 3 в 3. И что? Просто со всех сторон, просто раз по киллу и все. Я даже подумал, что время закончилось. На самом деле это просто сделали киллы и как-то без шансов для Эхо Фокс в прошлом раунде. Ну и очередное эко сейчас будет, 3-0. И пока все, в общем-то, развивается по аналогичному сценарию с картой Инферно, ой, с картой Мираж, простите. Не клеится игра у Эхо Фокс. Сейчас у них эко с пистолетиками. Там уже поджал, кстати, Тэшку. Запе, да, это был Запе. Он убивает Шангараса, который абсолютно его здесь не ожидал. Ну и, кстати, вот очень вальяжно действует вот в нижней Тэшке. Часто поджимает мидл игроки команды Краунс. То есть, в общем-то, понимают, да, за счет чего можно выиграть эту карту в дефенсе. За счет, конечно же, контроля. В первую очередь и мидла. Ну и часто было бы неплохо контролить Тэшку. Запе получил смог и не может из него выйти. Там мы видим сосредоточенные игроки команды Эхо Фокс. Стреливается Запе, делает минус по руху, пытается загнать его игроки. Ну и мы видим, как это происходит. Запе делает также 2 килла на отходе. Ну и Рока остается один против всех. Не так много шансов опять же взять раунд. Запе просто бежит и с пистолетом убивает своего оппонента. 4-0. Эхо Фокс выбрали атаку. Видимо, был какой-то план.
Но что-то пока этот план не очень срабатывает, конечно же. Шазам стреляется в ВП, никого не убивает, никого не видит, дает информацию, что там, судя по всему, два игрока. Выход на длину, размен. Крюмер делает минус по фрикозоиду. Рух отвечает. Ситуация 4 в 4. Джейзи делает выпад. Забирает Руха. Еще один килл. Попал даже, вроде попал. Шангар сделает, тут же минус садишь. Джейзи просто божится в ВП. Тут же потягивается хелпа в виде запа. Он также разменивает и все равно в плюсе. Заканчивают этот момент игроки команды шведского коллектива. Ну и Шазам единственный с АВП. Игрок команды HFOX проходит на апленд, мажется АВП, откидывает флешку. Сейчас также прочекает респ. Там спалился Бенни своим расположением. Шазам делает килл и знает, где второй, но мажет все-таки запе. За счет того, что вышел со своего угла и сделал широкий стрейф, забирает Шазама и очередной раунд проигрывает HFOX. 5-0. Это очень прохладная история, на самом деле, для Эхо Фокс. Прохладная история и беззубая игра, если честно. Абсолютно. Джей-Зи пикает в начале раунда фрикозоида. Сейчас бы с пистолетами с медла постреляться против АВП. Шонгарес. Очередной раз пытается реализовать свой дигл. Неплохо у него это получалось. И вчера, и сегодня он также делал с него киллы. Но пока мы видим, что это не помогает команде Эхо Фокс. Четыре игрока в медле, все полностью под контролем игроков команды Crowns Esports Club. Ксадиш. Джейзи делает минус Шонгарес. Бенни ему хелпает, делает минус по руху. Ксадиш врывается в смок. Но там Рока был справа, не прочекал Ксадиш его и ошибся. Рока раздобыл себе эмочку. Также есть Шазам. Рока идет на зиг, дальше делает, погибает он от Крюмера. И Крюмер забирает также Шазама. 6-0. Фух. Я даже не знаю, на самом деле. Может быть, паузу нужно взять? Шазам берет АВП. Бай полноценный у Эхо Фокс. Прошлый был Эко. Ну и бай, естественно, точно так же и у шведов. Два АВП, кстати, у Джейзи и у Ксадиша. Хорошая оборонная способность. Ксадиш врывается из дига. Ай, как он не попадает по руху. Был близок к тому, чтобы забрать его. Но рух все-таки, постреляв немножко на козов, Ксадиша решает отойти. И Джейзи уже поджал точку Б. Ой, как тут опасненько. Там Шонгарес ждет. Шонгарес чувствует, что сейчас полезет. Молодой школьник из Швеции. Ну тут, кстати, вдвоем. Джей-Зи и Запе действуют вдвоем. То есть, в принципе, здесь сразу же должен быть размен. Даже если Шонгарес сделает минус, то сразу же должны его разменять. Игроки команды Crowns. Но Джей-Зи дальше не идет. Халдят, все халдят. Также там пятерочка, это Бенни стоит под воротами в медле. И 2, и 3 находятся в зиге. Вообще, как круто сейчас контролят полностью Эхо Фокс игроки команды шведов. Запе поджимает и погибает все-таки от Шонгареса. И там куча экшена, короче, вы поняли, да? Одновременно пошел выход на зиг и также был экшен в тэшке. Ну и, соответственно, в тэшке они потеряли Запе. Джейзи там разменял, правда, на Шонгаресе. Но мы видим, что в меньшинстве вышли из этого момента игроки команды шведского коллектива. Бенни заходит с зига. Джейзи также идет с ним с АВП, там красные игроки Эхо Фокс, два игрока, и, в общем-то, может все сложиться довольно неплохо. Огонь на плент. Ну, гуся должны прочекать. Выигрывают кучу времени игрока команды Эхо Фокс, Бенни начинает заходить, Джейзи врывается с плента слепой, ну и фрикозоид забирает Бенни, там уже не читался, ну и вот все-таки не дают отойти Джейзи. Первый раунд от Эхо Фокс наконец-то заехал. Очень вот, у меня, к сожалению, нет карты, возможность открыть карту и показать. Очень прикольно были зажаты вот с двух сторон Эхо Фокс. Они находились в медле, вот нижняя тэшка и мидл. И два игрока поджали с Б тэшку. Один находился под воротами у дефенса, и два находилось в зиге. То есть, в принципе, там такой себе просматривался кроссфайр. Размен снайперами происходит в этом раунде, правда Шазам забирает запы, он как раз таки был не снайпером, но Джейзи отвечает, ситуация 4 в 4. Эхо Фокс занимает длину, Ксадиш рискованно играет, рискует, врывается под флешку и погибает, там просто уже человек был в яме и фрикозоид делает минус по Ксадишу. Не, можно сказать, неаккуратно отыграл запы, на самом деле рисковал, в соло играл, тут же разменивает Джейзи, ситуация 3 в 3.
Там есть человек, уже сейчас выйдет Зига у Эхо Фокс. Там его прикрывают или нет? Да, там был Крюмер, и Крюмер погиб от Шунгареса. Шунгарес знает, что контролит его авик. Чекает, отходит. Фриказоид. Фриказоид должен был забирать Джей-Зи, но тот на развороте его убивает. 60 секунд до конца раунда. Шунгареса не идет за бомбой. Понимает, что АВП, скорее всего, бомбу контролирует. Ой, какой хедшот от Шунгареса. Просто как в молодости. Красавчик. Молодец, Шунгарес. Хороший хедшот. 40 секунд до конца. Шунгарес понимает, что нужно забрать как-то бомбу. Как ее забрать, это не так уж и просто. Сейчас будет, наверное, делать широкий прыжок. Да, так и есть. Вот. И мажется ВП. Джей-Зи. Все-таки Шон украл эту бомбу. Красавчик. Просто какой, ну, круто отыгрывает. Скилловый пацан, безусловно. Джей-Зи уходит на длину. Не угадывает. Мы видим, что Шунгарес смещается в зиг. Ну и бомба, судя по всему, стоит на зиг. Ну и Джей-Зи, конечно, здесь проигрывает позицию полностью. Шунгарес его переиграл. Понимаешь, что, кстати, тоже играет против АВП и тоже вот, ну, круто действует. Шунгарес чекает зиг и понимает, что это только длина. Увидел Шунгарес, попал, отходит. Ну что, поменяет Джей-Зи девайс? Нет. Без дефузов. На морозе дефузит. Нет, не дефузит. Все. Браво, Шунгарес полностью переиграл двоих оппонентов, сделал вообще просто невероятную работу, поставил бомбу, сделал киллы, ну и вытащил. Браво, браво, капитан, отличная игра, очень умная, очень грамотная и, конечно, да. Ну вот, как много можно взять раундов за счет таких вот индивидуальных действий? Ну, возьмешь ты раунд, возьмешь, ну, два, ну, максимум. Все равно тебя потом будут контрить. Надо какие-то интересные тактики и решения. Но все-таки добивается Эхо Фокс того, что шведы сейчас делают эко. Эко 3 в зиге, засада, судя по всему. И будет сейчас, наверное, выпад под флешку. Да, есть флешечки. Вот это я понимаю уровень. Сейчас под флешку будет выпад в мидл. Да, но это ни к чему не приведет, судя по всему, потому что есть рух в нижнем, и Шазам с АВП контролит мидл. Проблем, пишет Ксадиш. Но, судя по всему, у нас будет пауза после этого раунда. Крюмерс комп крэш. Да, вот он, Крюмерс погибает. Крюмер погибает на зиге, и вот действительно задумка была крутая от Краунсов, и на самом деле немножечко не повезло. Но опять же, вот это говорит о том, что игроки понимают, что вот можно пистолетный раунд экономически, можно отыграть по максимуму. Вот сделать вот такую вот засаду, да, сделать засаду на зиге, взять флешки, сделать под эти флешки выпад. Да, понятно, в этом случае это не получилось, но это абсолютно нормальная, адекватная игра. Это интересная игра, это интересное решение. Сыграть на эко вот так вот с двумя флешками, сделать в мид выпад против террористов, которые могут этого не ожидать или будут просто слепые. С пистолетами вывалиться и сделать киллы и попробовать взять эко. Но это, однако, лучше, чем просто по одному. Тот поджал коробку, сдох, тот Б поджал, сдох. Ну и, собственно, вот так вот. Ну, по максимуму отыграли, раунд не получилось взять, еще отлетел Крюмер, и Эхо Фокс берет четвертый раунд подряд. Ну и сейчас будет бай, судя по всему, у игроков команды Crowns Esports Club. Они должны включаться, они должны, конечно, им нужно сейчас подумать над тем, как вот не дать совершить вот этот небольшой камбэк от Эхо Фокс. Ну, а Эхо Фокс вот... Как-то, знаете, вот они берут раунды, да, но нет уверенности в их игре. То есть раунды берутся как-то, ну, на индивидуальном мастерстве одного игрока. Ну, это, ну, я же опять же говорю, вы много раундов так не возьмете. Нужны какие-то хорошие коллективные действия и, конечно, поддержка твоих тиммейтов. Ждем, когда Крюмер вернется в игру, продолжим комментировать для вас. Это второй полуфинал, второе Best of 3, Mortal Kombat уже ждет своих соперников в финале. Ну а сейчас вот команда Эхо Фокс и королевский шведский клуб киберспортивный борется тоже за выход в финал, точно так же, как, собственно, и Эхо Фокс. Ну а это пик команды Эхо Фокс. Мираж они очень сильно проиграли, с учетом 16-5, абсолютно ужасная игра от американцев. Ну и сейчас вот карта Dust 2, тоже начали не очень плохо. Ну, вроде как вернулись в игру, уже взяли 4 раунда подряд. Будем надеяться, что парни все-таки продемонстрируют хорошую атаку, возьмут побольше раундов и потом будут тащить за дефенс. Ну и пальцы, ну и шведы, конечно же, не пальцем деланные. Те самые шведские Schoolboy очень и очень серьезно выглядят, действительно. И, ну, мне эта команда очень импонирует.
А если вы делали ставку на Эхо Фокс, то мне вас жаль. Действительно, ну, такие ставки, я уже не раз говорил, что ставить на фаворитов с такими коэффициентами – это ставки в никуда. Ну, то есть это поставить там КФ 1.3, поставить $10, чтобы выиграть 13, ну, я вас поздравляю, если вы сделали такую плохую ставку, то, конечно же, вам нужно поработать над своими аналитическими способностями. Что вам еще рассказать? Про семью не надо. На самом деле я про семью не рассказывал. Я рассказывал про то, что в жизни главное – это семья, и это семейные ценности, и берегите своих близких. Вот я о чем говорил. А, в общем-то, ну, опять же, хочу сказать, что Counter-Strike – это не самое главное в жизни. И поверьте мне, что стать киберспортсменом, даже играть на уровне Эхо Фокс или на уровне шведского клуба, это тоже большое достижение на самом деле, и единицы выбиваются в топ. Но если у вас есть желание, если вы хотите, не просто хотите, а лежите на диване и говорите «я хочу», а что-то для этого делаете, как-то апгрейдитесь, улучшаете свою игру, улучшаете понимание игры, то, конечно, вы обязательно своего добьетесь. Потому что и Flamey, Sizdom, и Simple, все эти топовые игроки, которые сейчас играют, ну, вот я вам на примере Na'Vi говорю, тоже когда-то были маленькими юными задротами, которые тоже стремились и хотели, и показывали лучшие Counter-Strike, в конечном итоге оказались в топовом коллективе. Ну что, поздно старый пить боржоми. Да, но бутылка как бутылка, собственно, просто есть бутылка, нет бутылки. Затянулась пауза, Крюмер что-то никак не может собрать раму, может, у него уже там комп сгорел. Будем надеяться, что скоро мы вернемся в игру. Кстати, после полуфинала я вас покидаю. И финал будет для вас комментировать ваш любимый Арсений Сеня Треножинко. Он тоже будет это делать в соло. Ну и можете сравнить меня как соло-комментатора и его как соло-комментатора, кто вам больше понравится. Конечно же, обязательно приходите на финальную катку. Я думаю, что она будет очень интересная. В этом матче, который комментирую я сейчас, мы узнаем, кто все-таки достойный, больше достоин финала. Mortal Kombat, как я уже говорил, уже ждут своих соперников. Наверняка следят за этой игрой. И следят, кстати, за Dust'ом, которые не пикнули против Alternate Attacks. Mortal Kombat пикнули Dust и проиграли его. То есть, возможно, даже пересмотрят свой пик игроки команды Mortal Kombat на финал. То есть они там играли Train два раза на этом турнире, но Train забанили Alternate, и, соответственно, не было возможности его поиграть. А, 6-3, я ошибся, простите, я думал 6-4, да, ошибся. 6-3, это был экономический раунд у Crowns, и сейчас у них бай, 5 эмок, ну и 4 калаша и 1 АВП у Эхо Фокс. Врыв от Jay-Z. Так вот рискуют сразу после паузы игроки команды шведского коллектива. И просто вот на самом деле поставили сразу же в тупик. Сделали минус Ави к Шазаму, у которого абсолютно не идет игра, судя по всему. И вот классно, точечно, агрессивно действует. Хотя, с другой стороны, мне кажется, что логики в этом было не так уж и много. Именно в поджиме этом. Но поджали, реализовали и, в общем-то, молодцы. Два игрока перед Б у Эхо Фокс. Один выходит в соло мидл. Это Шон Гаррес стреляет. Вроде как пытается на себя сфокусировать внимание. Но пока пассивно. Пассивно очень играют Эхо Фокс. Минута прошла. Рух присматривает длину. Ждет, судя по всему, каких-то агрессивных действий. Флешка на зиг. Там никто не ослеп. Флешка в никуда. Так, Шон Гаррес выходит, судя по всему, в соло мидл. А Рока с фригазоем домбу. А, нет, Гаррес даже фейкует. Выходит на зиг, разменивается. Ой-ой-ой, могут отдать точку Б из-за этого шведы. Но Бенни в упоре делает минус бомба, а тут же подтягивается Запе на хелпе. И прочитали шведы, поняли, что это фейк-развод. Шутгарас не просто так сам сдох на зиге. Ну и в конечном итоге раунд, судя по всему, забирают шведы. Пауза не помогла. А, это не пауза, это был краш. Ну, во время этого краша, конечно, могли Эхо Фокс обсудить свою игру, но мы видим, что не получается у них ничего. Опять же, вспомните Мираж. Сколько взяли? 4 раунда взяли в атаке Эхо Фокса на Мираже. Но Мираж это не даст, все-таки даст больше удобная карта для террористов. Почему так плохо играет Эхо Фокс?
Я знаю, что в нашем чате присутствует довольно-таки большое количество экспертов такой замечательной игры, как Counter-Strike. Вы можете выразить свое мнение в чат, написать, и, конечно же, какие-то интересные, адекватные мысли будут озвучены. Почему ActoFox так плохо играет на второй карте подряд? 7-3, сейчас холд. Холд крайне глубокий, крайне медленный от ActoFox. Они явно растеряны, не понимают, что делать. Шведы контролируют карту. Два игрока на Б, один находится в медле и два на длине. Шазам делает прострелы, надеется, что залетит какой-то рандомчик. Кидывает флешку в мидл. Возможно, пойдет соло сам на эту позицию. Ну и минута прошла, и ничего абсолютно не готово у ActoFox. Да, есть вроде как контроль медла, но этого мало. Этого мало. Ксадиш делает чек, отходит. Отходит дальше. Ну, возможно, понимают шведы то, что ActoFox пойдут через зиг, потому что на Б не шумят, на длину не выходят. Возможно, это зиг, действительно. Но это будет зиг 3 плюс 2. Первой волной выходит парапет. Выходит зиг. В это время Джей-Зи уже сжигает на длине року и... Шонгарес отходит с длины, перетягивается на зиг, тут смоки, ну полностью читают сейчас шведы, ну просто читают как книгу. Мы должны здесь принимать этот выход от ActoFox. Два игрока на спуске. Ну как же, Крюмер не забирает игрока и переворачивает ActoFox. Шазам и Шонгарес делают по минусу, Джей-Зи приходит с длины, также забирает Руха. В это время Шонгарес, минус Ксадиш, который был на спуске. Бомба, бомба устанавливается, Бенни и Джей-Зи делают выпад. Делают выпад. Шазам с АВП мажет. Шазам все-таки попал по Бенни, но Шонгарес перед этим погиб. Шазам, да выбросишь ты это АВП. Ну там же у тебя под тобой есть калаш. Ну выброси это АВП, разыграй как мужик раунд. Шазам, Шазам. Вообще. Ну, слабенько, слабенько. Слабенько просто отыгрывает ActoFox. Хотя на самом деле мы видели, как все складывалось. Ну опять же, вот... Идет сплит, да, идет сплит зиг. Три игрока и два на длине. Джей-Зи просто сжигает року там. И Шонгарес дальше не идет, борется с ямой, он уходит на зиг. И вот получается, что как бы отдают зиг шведы. Так, выход на длину. Фриказоид слепой за ящиком. Его все-таки перестреливает. Ксадиш. Фриказоид сам вышел. Хелпы нету, размена нету. Очередной раунд начинается для американцев со счета 8-3. Да... Джей-Зи, отличный выстрел, Савик. Савика, хедшот. Запа, прием медла. Ну, по одному, ну просто расстреливают. Просто, ну вот, ActoFox играет, я не знаю, ну, очень плохо. Рока минус запа, Рока минус Ксадиш. Тут же подхватывает Крюмер и делает 2 килла в ответ. Ну, без шансов, просто без шансов. Контрят на всех позициях, читается, просто все читается и пауза от Шонгарова. Пауза тактическая наверняка. И глоки, глоки у нас у ActoFox. Нужно сделать им какой-то вменяемый раунд, чтобы он заехал. Ну и я не знаю даже, что им посоветовать, что посоветовать Шонгаресу. Может, нужно попробовать побегать, типа попушить. Не знаю, там 3 плюс 2А, 3 плюс 2Б. Ну, 2 раунда осталось, сейчас будет эко. То есть... Не 2-3 раунда осталось. Сейчас будет эко, ну даже я не знаю. То есть тут они настолько плохо отыгрывают и по стрельбе. Вот даже шведы, вот мы видим, что шведы в очень многих моментах просто перестреливают. Да, позиции понятно, но ну, Шазама там убивают, просто карают. Он берет АВП, его просто с кольта выходят, с зига убивают. Ну, не собранный ActoFox. Абсолютно непонятно вообще, как с такой игрой они пробрались в полуфинал. Ну, опять же, тут команды все очень среднего звена. Скажем так, это даже, ну, то есть, это даже не топ-20, и, ну, возможно, это топ-30 какой-то у нас, да, ХЛТВшный. Довольно скучно проходит вторая карта подряд, и вот шведы очень уверенно смотрятся в этой катке, и приятно действительно за ними наблюдать. Надеюсь, что парни не сбавят обороты, будут дальше играть и показывать хороший результат. Ну и, конечно, заруба наверняка будет у нас в финале, если шведы туда пройдут. Ну, должны проходить. Уже сейчас, конечно, все говорит о том, что ActoFox просто не могут выиграть эту карту. Они прошлую не могли выиграть, и вот на этой карте происходит абсолютно то же самое. Можно, конечно, разбирать вот по детальной игру ActoFox, но я в этом не вижу смысла, потому что очевидно, что команда играет вот, ну как-то не то чтобы без тактик, а очень, ну так,
очень просто, и то есть типа там фриказоид говорит, пацаны, я займу длину, ну окей, там, поддержите, ну окей, поддержим. Вышел фриказоид, перестрелялся, сдох, а вы что не вышли? А нам смог прилетел, а, ясно, ну вот как-то так. То есть нет ощущения целостности команды, она играет вот больше как микс, хотя эти парни уже довольно давно друг с другом играют. Поджим мидла от шведов, вот мы видим врыв от Ксадиша. Джейзи в это время делает минус рух, Ксадиш продолжает фармить, просто без шансов. Ну это вот, представляете, сейчас со счетом 9-3 вот человек врывается с МПшкой и просто убивает всех. 4 килла, полностью задизморальные эхофоксы. Я думаю, что фриказоид там уже горит. Рок отдает АВП Шонгаресу. У Шазама, Шонгарес перекидывает его Шазаму. Есть бай у Эхофокс, счет 10-3, ну и поехали. Давайте посмотрим все-таки, что обсудили игроки команды Эхофокс на паузе. На паузе тактической как раз таки. Рух занимает быстро мидл. Зиги играют вдвоем. Игроки команды Crowns и Sports Club сделали 2D, и Джей-Зи с АВП попал в этого Руха, да, вот он ему оставил 32 хп, там еще хаешка его чуть-чуть подпортила. Ну и что дальше? Три игрока на, два в Зиге, один на. Кстати, вот шведы обороняются вот нетипичным дефенсом сейчас, вот уже который раунд я смотрю, они играют от Зига, это очень круто на самом деле. Так, Авик чекает, мажет, тут же врывается Ксадиш и получает от Руха. Ну что, 5-4. Эхофокс, возьмут ли раунд? Нужен сплит через длину, и нужно уже выходить через Зиг. Очень сильно просели в тайминге. Почему вы не выходите дальше? Ждут, ждут. Сделали килл и ждут. Крюмер, хороший смог. Так, Джей-Зи ушел на длину. И пикнул в медле запы Шонгареса, загулял Шонгарес, уже ситуация 4 в 4. Почему до сих пор длина не вышла? Почему они холдят на Зиге? Боже, что делает Эхофокс? Ну, сейчас их просто будут читать, на самом деле, нет? Упал чел на респ. Крюмер. Хороший огонь прилетает от Эхофокс. Фриказоид забирает все-таки Крюмера. Ну что? Да. Да есть же ж. Наконец-то. Эхофокс берут раунд. Судя по всему. 4 в 2. Запе. Запе. Шазам закинул якорь. Так, ну Запе понимает, что есть тут фриказоид. Мог забрать его. Мог. Знает Бенни, что фриказоид с правой стороны. Так что понимаешь, что есть человек на пленте. Забирает он Руха на пленте. Но фриказоид все-таки неумолим. Ну и четвертый раунд для Эхофокс. Ну что, будет ли пятый? Будет ли пятый и два АВП в атаке от Эхофокс? Минус пластичность, конечно же. В свою очередь два АВП в защите от Crowns и Sports Club. Давайте смотреть. Последний раунд первой половины. Оп! Шонгарес был близок к тому, чтобы сделать килл. Потеряли уже Шазама игроки команды Эхофокс. Рока перед коробкой. Видите, как аккуратно чекает. Ожидает поджима. Уже не первый раз это происходит от игроков команды Crowns и Sports Club. Ну, кстати, видно по вот этим вот поджимам и агрессивным действиям, видно, что абсолютно не боятся своих соперников, можно даже сказать, более именитых соперников. Шведы и играют просто в некоторых моментах очень раскованно, и им это, судя по всему, помогает выигрывать катку. Джей-Зи с Авиком отходит на спуск. Очень долгий заход через Зика, Эхофокс. Они там в пятером. А, нет, в четвером. Простите, в четвером, конечно же, раскидываются гранаты. Фриказоид падает на рест. Джей-Зи должен был забирать фриказоида, но фриказоид сейчас может взять. Нет, все-таки не взял. Джей-Зи 2 килла на спуске. Убивает Ксадиша, который отмораживался на гусе, и забирает все-таки Джей-Зи Шонгареса. И Рух остается с 9 хп против троих. Ой, сейчас бы с пистолетом попрыгать, пострелять. Ну и Рух наказывает. Запе. Рух. Нет, не залетело. По стрельбе 11-4. Что это вам? Вам ничего это не напоминает? А мне напоминает. Мне реально напоминает это. Это первое... Это первая сторона карты «Мираж», и там она закончилась абсолютно с идентичным счетом. 11-4 в защите. Королевский e-sports клуб. Не королевский. Почему я называю королевский? А, да, королевский. Коронованный. Crowns, наверное, коронованный e-sport клуб
выигрывать со счетом 11-4. Потом на Мираже, если эта карта больше дефенса, это вот как-то, может быть, можно даже сказать, логично, то на Дасте выбрали террористов Эхо Фокс и выиграли ножи, выбрали террористов. Даст — это их пик. Ну, ребят, ну это не игра, это не игра. Так нельзя играть. Так играть нельзя, и либо тренируйтесь, либо ну, играйте дальше на своем уровне. Если ваш уровень вас устраивает, то я вам скажу честно, у вас проблемы. У вас реально проблемы, если вас по факту шведские ноунеймы никому неизвестные шатают. Притом шатают без шансов. Обратите внимание на игру, на рисунок игры. Просто, то есть, я не знаю. Мне надо кофе выпить, потому что я скоро засну от такой катки, если честно говоря. Тут вот одно удовольствие — наблюдать за дефенсом. Даже не то чтобы за дефенсом, за шведами. И вот приятно наблюдать за вот то, как они действуют в микромоментах, то, какие они принимают решения и вот от чего они отталкиваются. Это действительно интересно. Команда Эхо Фокс, ну, очень вяло. Мне хочется прям в Твиттере написать Шонгарусу и Фриказоиду, что они реально не очень. Так, ну что? Шведы, готовы ли брать пистолетки? Укрепление Б-плента от Эхо Фокс. Бомба, судя по всему, на Б пойдет. Два игрока у нас сейчас будут в нижней Т-шке. Также Дзапы находятся перед линой. Судя по всему, тоже ожидает какой-то поджимки. Ну и Смок в ответ кинули краунс. Нет выхода, Рока стреляет, но опять же выхода нет, мы видим. И сейчас очень не самый подходящий момент, у него релот. Ну, Шазам, Рока, в большинстве игроки команды Эхо Фокс, тут же Джейзи делает минус по Роке, ситуация 3 в 3, есть информация также по Запе. Запе погибает от Фриказо, это ситуация 3 в 2. Что по диффузам? Диффузов нету, ну, самый ответственный раунд, диффузов нету. Ну, я вас поздравляю, возможно, есть диффузы на пленте. Джейзи! Да ладно. И вот тот момент, когда вроде Эхо Фокс и сделали все правильно, и приняли Б, просто включается вот лошадиный какой-то фарт, и пацан развалит. Ну правильно, потому что ну нельзя просто вот, вот играть так плохо. Вы должны быть на это, за это наказаны. Вас, собственно, заказывают. Бенни, великолепный хедшот по Шазаму. Я думаю, что Шазам просто уже там сгорел 10 раз. Его просто на этой карте его просто унижают эти шведы. Постоянно его попускают, он ничего не может сделать. Взял скаут в этом раунде, погиб в мидле. Ну и Запы уже проходит по длине, делает минус. Очень уверенно играют шведы. Фриказоид. Минус по Запе. Шунгарес отвечает. Но ситуация 1 в 3 для Фриказоида. Здесь все закончится. У него, правда, есть тяжелый армор. Ну и на самом деле нужно, наверное, подумать над сейвом. Потому что все-таки это форсбай. И в следующем раунде денег не будет. Да уж. Да уж, да уж, да уж. Ну сейвишь, сейвишь, Фриказоид. Вот ты сейвишь, ты просто сейвишь. Ты сейвишь. Ты сейвишь. Ты сейвишь. Знаете, такие часики на цепочке перед глазами у Фриказоида. У него же такие банки, у него... Как у этого, я не знаю, как у кого. Какого-то героя из какого-то комикса. Они у него из орбит вылазят постоянно. Перекачанные глаза, я имею в виду, конечно. Они такие смотрят на тебя огромными глазами, а ты перед ним цепочкой и часиками. Вы сейвите. Вы сейвите. Сейвите скаут. Так, 13-4. Сейчас будет еще одно эко от Эхо Фокс. Ну и все, без права на ошибку. В следующем раунде будет бай. Ну и Crowns и Sports Club, конечно же, понимают, что там все очень близко к тому, что просто уже горит и полыхает. Поэтому надо просто сделать очередную какую-то тактичку на Верочку. Садишь, пушит точку Б, Шонгарес принимает за машиной, Роха на пленте погибает. Шонгарес реализует P250 и два минуса, Запа отвечает, минус по Шазаму. Ну и что? В Т-шке нельзя погибать сейчас Эхо Фокс, нельзя пушить. Джей-Зи, нельзя, нельзя его пушить, нельзя его пушить! Да это же очевидно, он с калашом, у вас пистолет, и вы в Т-шке с ним перестреливаетесь. Шонгарес делает минус по Бенни, и Запа забирает Шонгареса. Ну могли потащить это эко, могли. Но опять же, ну, видимо, рассчитывали на то, что догонят, а когда уже увидели где, не смогли уже просто развернуться и остановиться. Да...
Jay-Z действительно круто отыгрывается в ВП. Тут в чате пишут минус Вентон плюс Jay-Z и изи мажор для Фнатик. Знаете, все может быть. Бенни погибает. Рок, отличная приемка. Два минуса. Тут же Шангарс подхватывает на хелпе. Должен был забирать также двоих, но все-таки Jay-Z делает два минуса в ответ. Ситуация 2 в 3. Запе. Очень хорошая позиция. В медле делает килл. Так, есть информация также по игроку в медле. Подтянется сейчас к своему тиммейту, который находится на за иксом. Ну что, решает ворваться Эхо Фокс. Хорошее решение. Понимаю, что здесь только один человек. Да, так и есть. Отрезают. Отрезают полностью. Делают запы безучастным. И шазам. Ну вот в этом моменте мне понравилась координация. Поняли игроки команды Эхо Фокс, что один игрок на Б. Ну, поскольку один засветился, естественно, в Т-шке и сделал килл, то есть смысл ворваться через окно. Это, в общем-то, было вполне логично. «14-5. Экономический раунд от Crowns и Sports Club. Есть пистолетики. Ну и что? Comeback is real or not? Рока. Шангарес толпает ему. Но Шангарес второй раз подряд на хелпе не может сделать килл. Ксадиш делает минус в медле и Jay-Z разваливает Б-план. Ситуация 2 в 2. Есть информация по Ксадишу. Шазам делает минус. Рух и Шазам 2 в 1. Jay-Z ставит бомбу. У него МПшечка. Сейчас будет рисковать. Оп. Как он его убрал? Ну это ж просто. Мастер. Рух заходит в двери. Jay-Z его не читает. Рух. Ну не может быть, чел, слева, ты че странный, ну никак. Берут эко раунд, Crowns и Sports Club. Ну и форсбай в ответ от Эхо Фокс, 10 мап-поинтов и матч-поинтов уже для шведского коллектива, очень уверенная качественная игра. Ну и Mortal Kombat нужно подумать на тему того, стоит ли пикать Даст против этих пацанов, потому что и на Дасте они хороши, и на Мираже они хороши, да вообще просто шведы жесткие, как всегда. Просто как топчик отыгрывает. Ну, божественная, божественная игра от шведов. Просто понимание и динамика, и стрелки крутые. Ну, просто, просто найс. Шазам. Со скаутом. Уже два минуса от Эхо Фокс. Они могут взять этот раунд. Шазам делает минус запы. Ну вот, Шазам делает киллы в тех раундах, которые ничего не значат. Не первый раз я это вижу. И это как раз таки говорит о слабости. Хороший хедшот от Шунгареса в очередной раз. И добирает он последнего. Шангарес вообще с диглом очень круто играет. Нравится мне этот парень. 6-15. Бай у нас у Эхо Фокс, естественно. И такой же бай, учитывая то, что были деньги. Так, Jay-Z делает минус по руху. Пикозой отрывается, правда, красный. Ну вот как вы принимаете длину, парни? Ну вы делаете... Ой, ну все-таки размен 3 в 3 есть, но Шазам зажимается на машине. Мажет. Ой-ой-ой. Ну что это за игра? Ну вот как это вообще? Он прыгает и убивает тебя с винтовки с оптическим прицелом. Это вообще законно? Ну это... Fix this, please, Volvo! Fix this, please! Fix this, please! Кстати, выходит в мидл, погибает от Рокки. И Бенни остается один против троих. Без шансов для Бенни, скорее всего, в этом раунде. Но у нее, кстати, есть калаш. Если он сейчас рискнет, выйдет на Рокку. Нет, все-таки Рокка здесь, опять же, за счет своего своей позиции и скорострельности своего легкого автомата убивает последнего игрока шведского коллектива. Ну и Crowns и Sports Club обязаны делать экономический раунд. «15-7». 8 матч-поинтов для шведов. Сейчас играют с глоками. Одна флешечка также есть. Бенни минус рух. Ой-ой-ой, с глоками. Как все может сложиться? Боже, ну что это за прием от пацанов? Ну на эко не могут справиться с глоками. Ну алло, что по стрельбе? Эхо! Эхо! Что со стрельбой, эхо? Просто с глоков не могут перестрелять. Беда-борода. Так, выход на Зиг. Там один у нас, кстати, фриказоид. И он просто отмораживается на гусе, как бы это с ним не сыграло злую шутку.
Потому что, скорее всего, сейчас все закончится тем, что он сядет и затопит на 30. Смотрите, давайте посмотрим, что у меня есть такое подозрение. И вот, по идее, должны разменять сразу же. Нет. Нет, приказой, затопил, затопил все-таки, но разобрался. Молодец, парни были, правда, без арморов, но тем не менее, ситуация была 3 в 3, довольно скользкий момент, и приказой все-таки с этим справился. Молодец. Что дальше? 7 раундов. Давайте призовем. Эхо! Включайтесь, пацаны, давайте камбэк. Хочу камбэк, хочу вообще третью карту, если честно. Не хочу вот заканчивать с Counter-Strike на сегодняшний день. Хочу третью карту. Зап врывается на длину, слепой абсолютно, с другой стороны точно так же фиказует. Шахзам делает минус, Рух ему помогает, Джей-Зи разменивает. Очень быстрый выход на халпу. Ксадиш и Джей-Зи просто разрывают длину и размениваются в плюс для себя. Бенни, Бенни ждет Шонгареса. Шонгарес все-таки прочекал, но не до конца. Рока один против троих. Ну что, сможет ли молодой Рока Бальбоа, Рокки Бальбоа потащить этот раунд для американского коллектива? Кидывают гранаты Рокки. Рока понимает, что это, скорее всего, Б. Должен прочекать здесь мидл. Ксадиш. Ксадиш байтит на себя. Вытягивает время, конечно же. Еще один огонь. Нечего здесь Рокки делать. Нужно уже здесь пытаться что-то словить. Оп. Минус раз. Фейкует бомба. Минус два. А че не поставил бомбу? Минус три. Да ладно! Тащи, Рокки Бальбоа! Тащи, эхо! Ура! Тащи. 15-9. Ну что? Камбэк из Рил? Ну, я думаю, что после такого, конечно, тут вообще. То есть это матч-поинт был. И 3 в 1 проиграли. Боже, ну шведы, как же так закинули в последнем раунде? А он не фейковал, кстати. Я что-то подумал, что он фейкует. Он бомбу ставил. Он просто вышел потом уже, пытался разменять, но не получилось. Что там по деньгам, кстати, у террористов? У террористов бай. Да? Да, деньги есть. В прошлом раунде очень агрессивно начинали с того, что выходили на длину. Сейчас решили играть не длину, не решились играть через длину. У нас тут Рух находится в креплении в медле, неплохо. И в медле, естественно, в банке. Бенни чекает мидл, откидывает смок направо, там два игрока на Б. Бенни. Ну, Бенни, вот смотрите, вот кинул смок, но не идет. То есть просто чекает, просто ждет, когда сейчас какой-то вылезет и покажет свои... Ку-ку. Ку-ку, ёпта! Бенни! Как он его похоронил? Ну, это вообще жесть просто. Ну, нереально. Я думаю, что, опять же, Фриказоид теперь может съесть свои наушники после такого. Ну, стоит чувак себе, отмораживается в дыме, и тут просто Бенни пускает очередь, ну, в никуда. И хедшот. Да, жестко, жестко. Просто иногда, конечно, шведы просто унижают американцев в некоторых моментах. Очень, очень жестко. Обижают, унижают. Так, ну что, Рух и Шазам. Два игрока на точке А. Как же не попадает Шазам, очень обидно. Но Шонгарес помогает, делает минус на распе. Шазам опять мажет в очередной раз. Вот когда нужно сделать килл, он не мажет. Но в этот раз он попадает. Рух также хелпает, делает хедшот. Шазам уже в этом раунде делает два килла. Запа выходит с мидла и погибает. Он все-таки забирает Року, но Шонгарес отвечает. 15-10. И что по деньгам у Schoolboys? У Schoolboys денег нету. По-хорошему им нужно делать еще одно эко. Да, так и есть. И они делают эко очень серьезным арсеналом оружия. 5 теков и гранаты. Также 3 тяжелых армора и 2 легких. Очень быстрое занятие нижней тэшки от игроков команды шведского коллектива. 3 плюс 2 держит эхо Фокс. Фриказоид по-прежнему на РСП отмораживается. Шонгарес будет ему хелпать, и вот шведы собираются, судя по всему, мидл выходить. Да, и пошла накидочка. Накидочка, и вот он, шикарный смок. Огонь в ответ, флешка от Шонгареса. Еще один смок, очень долго просаживается. Ну, Шонгарес, ну как же так, вас сейчас разорвут просто на этом Б без шансов, боже.
Какая царская приемка от Эхо Фокс? Просто, ну, царская. Потеряли двоих, убили одного на эко, ну, найс, чё, что я могу сказать. Ситуация 3 в 4, нужно делать очень сложный ретейк. У Шазама АВП, минус пластичность, как всегда. Также отмораживается Джей-Зи на респе. Еще, судя по всему, у Шазама ожидает какого-то выхода с позднего. Сейчас бы смоком в голову тиммейту попасть, боже, ну какой фейл. Фриказоид врывается, Рух врывается, Фриказоид врывается, все врываются, но без толку. Все без толку. Шазам 1 в 3, и он, конечно же, такое уже не потащит. Да! Да, 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 абсолютно справедливо и заслуженно, что самое главное, команда Crowns Esports Club выходит в финал, в котором будет, конечно же, противостоять команде из Болгарии Mortal Kombat. Ну что, на самом деле, Dust все-таки был, первая половина была очень скучной, но вторая уже задалась по динамике очень даже кстати, и было довольно интересно, было много моментов, и, возможно, даже Эхо Фоксы могли потащить, но вы сами видели, шведы, то есть даже там мои соцсети нет, даже там, где вот... Можно было тащить команде Эхо Фокс, все равно вот шведы берут там эко, да, и вот они как-то уверенно отыгрывают и уверенно просто уничтожают. При этом они не сделали пуш-раунд, да, это был медленный раунд с теками, это был медленный выход middle плюс B с теками, то есть там смог на рез, подрезали, Шонгарес с этими гранатами в окне просто как, я не знаю, то есть одну достал, вторую достал, там уже все, заняли всю полностью, все позиции перед Б, и пацан просто никого даже не убил, то есть вы понимаете, ну как бы, ну это... Не знаю, тренироваться. Ну и вот они эмоции. Вот они эмоции от шведов. Очень довольны, действительно. Вот. Ну молодцы, парни, обратите. Вот молодые все таланты, нет ни одного бородатого. Нет, вот есть бородатый, но это, скорее всего, просто генетическая наследственность, что в 16 лет у него такая борода и такие большие очки. Но вот, вы знаете, очень приятное впечатление оставила команда. Ну просто, вот настолько шведы, ну просто классные. Вот они классные во всем. Да, они вот такие простые шведские парни. Вот такой простой волохач у них, волосач есть, потлач в кепочке. Ну и очкарик тоже, видите. То есть, в принципе, команда очень сбалансированная в этом плане. Поэтому, ну я надеюсь на то, что... Хотелось бы, конечно, мне, чтобы они выиграли этот турнир. Они на самом деле очень... Ну вот просто для того, чтобы вот появилась уверенность у молодого коллектива, мои соцсети, Twitter и ВК Паблик, чтобы появилась уверенность, чтобы они продолжали дальше играть и продолжали нас радовать и удивлять. И в конечном итоге мы увидим их на мажоре, чем черт не шутит. Ну что, ребятки, хочу вам сказать спасибо большое. Ждите финал. Для вас будет комментировать дальше ваш не факт. Это что значит? Ладно, хорошо, возможно, я буду комментировать. Ну, в любом случае, я заканчиваю для вас этих два полуфинала. Мы ждем финал. Спасибо командам, которые покинули турнир. Спасибо командам, которые вышли в финал, конечно же. Достойные коллективы. Ну и давайте небольшую паузу. И совсем скоро будем лицезреть как раз-таки финал, пока команды сядут, переключатся, подключатся. С вами был Уха, с вами был Рухаб. И, конечно же, ESEA Global Challenge. Пожалуйста, не переключайтесь. Впереди финал Best of 3.